девчонки, доброе утро, мальчишки. 6 утра. 6 утра. Посмотрите, солнышко встает. Я на пляже. Я на море. Ну а как же иначе? Зачем время терять? Тут по утру такая красота, я вам передать не могу. Тут, в принципе, всегда красота, а утром особенно. Посмотрите. Посмотрите, если вы мне не верите. Доброе утро. Море как лед. Красота. Вообще просто сказка. Как-то там побольше народу. Посмотрите, какие горы. Я когда плаваю, любуюсь этой картинкой, это вообще морюшка, морюшка. И солнышко просыпается. Девочки, как же это классно занырнуть в утреннее море. Вот уже иду обратно. Солнышко уже все выше и выше. Пойду будить девчонок. Что-то они никак не могут совершить этот подвиг. Встать рано и покушать вот этого утреннего вкусного моря. А я не могу, меня засосало Мещанское болото, как я это всегда говорю. Здорово. Вода действительно теплая-теплая. Но она уже в принципе теплая. И в 6 утра, и в 8, и в 10. Но просто это кайф, народу никого. Такая тишь, гладь, Божья благодать. Ой, здорово как! И тут птицы поют. Сейчас быстро на завтрак и опять на морюшко, на морюшко. Ой, красота. Красота какая. Какая красота. И свежо так, в смысле, ну, как свежо, не холодно. Просто приятно. Потому что вот уже часиком к 9, да даже, наверное, раньше, к 8:30 уже все. Уже воздух становится таким специфическим здесь, в Турции. Все, я, как всегда, уже у отеля. Всем хорошего воскресенья. У нас сегодня анимации не будет, выходной у них. Поэтому мы пойдем гулять по городу. Это даже здорово, что ее не будет, потому что так не хочется ее пропускать. Вчера так было весело, так было классно. Исключительно замечательно просто. Поэтому мы сегодня пойдем гулять по городу, по Кемеру. Oh,
эти лепешки делают вкусные. Решила. Так, это с мясом будет лепешка, девчонки. Со шпинатом он уже жарится. Сейчас свернется конвертиком и отправится на печку. Все. Вид с балкона вам показываю. Это главный бассейн. Ну, как бы центр отеля. Постоянно что-то здесь проходит. Постоянно нас развлекают. Опять Ахмед чудит. Вон, прикольный у нас аниматор. Это что-то, девочки. Каждый вечер у нас Камеди Клаб по-турецки, это что-то. Смеемся так, что на утро пресс болит. Девчонки, это уже с номера снимаем. Вот так нам видно анимационную площадку. Ушли. Сегодня наша анимационная группа... И продолжает отдыхать, как говорится. Вот. Камеди Клаб отменился сегодня. Сделали там такую красоту и вот дискотеку. Не знаю, кто, может, попросил. Вот. Ну, нам это не интересно, мы ушли. Я вот эту кислотную музыку не люблю. Красиво, конечно, но не люблю. Завтра у нас уже неделя, как мы в Турции. И завтра по плану, как бы, караоке. Вот. И когда идет караоке, там выступает вот эта анимационная команда, как бы ведет ее. Очень интересно, весело, смешно. Поэтому я просто вам хотела заснять вот такой вот вид из нашего номера вечером на бассейн и вот на анимационную площадку. Все, девчонки, всем спокойной ночи. На сегодня это все. Сегодня ровно неделя, как мы в Турции. Ой, нам все нравится, просто не можем вам передать. Мы сегодня ходили на рынок. Затарились, но еще не все купили, еще не покупала я ни кофе, ни сладкое. В общем, обувь-то такая классная. Я купила 4 пары обуви себе, 2 пары Алинки. В общем, приеду, я все покупки вам покажу. А сейчас мы будем собираться на море. Смотрите, что я щечки наела? Да, девчонки. Тяжело мне придется после отпуска. Щечки я нарастила. Но тут так вкусно и разнообразно кормят, тоже не могу вам передать. Сладко едим и на завтрак, и на обед, и на ужин. И даже когда ходим на снэк-бару. Ладненько, мы на море.